Привет. Ну, сегодня у меня первое занятие в мотошколе. И на первом занятии отрабатываем такие элементы, как высадка пассажира, вот так вот заглох, ну бывает, высадка пассажира, потом змейка, вот такая вот. Я уже катаюсь почти полтора часа, вот, ну достаточно привык к мотоциклу, мотоцикл стелс. Ну ничего, мне нравится. Инструктор классный мужик. Вот это вот габаритный коридор. Я прохожу его на холостых оборотах. Потому что на холостых оборотах проходить его сложнее. Ну и вот эти три элемента сегодня за первое занятие я разучил. Ну вот, габаритный коридор. Пробуем его пройти на холостых оборотах. На холостых, конечно, сложнее. Скорость минимальная. Вот снесло чуть-чуть. Еще, конечно, с нейтральной передачей у меня пока не лады. Не могу поймать ее. Вот, что здесь я не могу поймать, что на своем ТДМ. Не могу ее поймать. Вроде нейтралочка, ага. Высаживаем пассажирку или пассажира. Показали поворот правый. Остановились на две ноги. Нейтральная передача, руки. Первая, поехали. Ну и вот так вот я на протяжении полутора часов сегодня езжу. Ну, кстати, прогресс есть. В принципе, я удивлен, что на первом занятии я и делаю эти элементы, и даже нормально. Вот. Есть, конечно, после постоянного управления автомобилем какие-то сбои в процессоре моем, потому что непривычно. Тут газ, здесь сцепление, все по-другому. Но все в целом понятно. В общем, сегодня за занятие научился переключать передачи с первой на вторую, со второй на первую, потом проходить габаритный коридор на малой скорости. И, конечно, змейку. Змейка. Оття-тя-тя-тя. Оття-тя-тя-тя. Ну тоже ничего.
поворачиваем направо, показываем поворотник, заезжаем, ставим нейтралку. И у нас будет змейка. Змейку проехали. Сейчас сделаем еще габаритный коридор и сделаем змейку. И поедем сдаваться, потому что время уже подошло. Инструктор добрый, разрешает кататься сверх времени. Но другой ученик уже ждет, поэтому уже надо ехать. Не будем наглеть. Все. Все, да? Ну что, молодец. Все, что, сел бы, поехал. Ну да, спасибо большое.